Новый рубеж в Куйбышевском районе. Вести здоровый образ жизни теперь можно и в родном поселке Рубежный, радуется семья Руслана Нуртынова. Трое детей осваивают современную детскую площадку, супруга присматривается к тренажерам на открытом воздухе. Руслан оценивает футбольное поле, они с друзьями любят поиграть в мяч. Радость большая, что это получилось. Получилось срок. В общем-то, спасибо и губернатору за программу, и спасибо за поддержку. Спасибо всем жителям, которые поучаствовали. Наверное, вот мы, нам всем тоже спасибо. Чтобы в поселке Рубежный появился спортивный городок, местным жителям пришлось потрудиться. По условиям губернаторского проекта содействия, граждане должны принять участие в софинансировании. Жителям Рубежного удалось собрать нужную сумму. Все время, пока шли работы по благоустройству, активисты общались с подрядчиками, советовали, как сделать пространство удобным и функциональным. Когда мы узнали о губернаторском проекте содействия, мы решили поучаствовать. Решение было принято разом. Сомнения в том, что будет проект реализован, мы не 100% была уверенность. Поэтому, когда подали заявку, ждали с нетерпением, когда нам озвучат, что мы участвуем в проекте, это радостное событие у нас произойдет. Там, где жители активны, там, где они готовы брать на себя ответственность, принимать участие и финансовое, и трудовое, там такие проекты возможно реализовывать. И мы уверены, что у нас все получится, потому что жители поселка действительно реализуют, в частности, этот проект. Они сплотились, они проявили просто такой отличный пример командной работы. Жители поселка остались довольны проектом губернатора содействия и в следующем году настроены участвовать в нем снова. Они хотят построить сцену, а вокруг культурно-спортивного центра поселка должны появиться тротуары и беговая дорожка по периметру стадиона. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.